Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Итак, сейчас будет онлайн-расклад для женщин. И тема будет такая. Будет ли все-таки наказание ему за его измены? Итак, давайте посмотрим. Я буду выкладывать 6 карт. Вам нужно будет выбрать всего лишь одну карту, чисто интуитивно. Подумайте о своем мужчине, представьте его. И мы посмотрим, будет ли ему все-таки наказание от высших сил за его измены или нет. Итак, первая карта. Будет ли ему наказание? Вторая карта. Будет ли ему наказание? Третья карта. Будет ли ему наказание? Четвертая карта. Пятая карта. И шестая карта. Будет ли ему наказание? Выбирайте. Выбирайте. Слушайте сейчас свою интуицию. Выбрали? Определились? Давайте будем смотреть. Итак, кто загадал цифру номер один? Придет ли ему наказание? Придет ли ему наказание? Да, ему наказание придет, знаете, судьба так распорядится, что она лишит его благополучия, она лишит его денег, она лишит его власти, возможностей, как прибыли, дома. За то, что он так сильно держится. За то, что он так сильно любит. И без ничего он жить не может. Вот судьба так распорядится, что он этого может лишиться в своей жизни. Он утратит это. Судьба у него что-то отнимет. Поменяется что-то в его жизни. И он уже, может быть, будет бедным, например, да, немощным каким-то, да, без работы. Да, он утратит и власть свою, потому что он считает себя, знаете, императором. Может быть, он работает начальником, да, имеет высокую должность, власть. Кстати, есть он и самодур, потому что иногда ведет себя как самодур, потому что он считает, что мне много всего возможно, то есть много у меня возможностей, да, я что хочу, то и буду делать, как захочу, так и буду жить. Да нет, судьба такая штука, что за все надо будет расплачиваться. Вот он расплатится тем, что он потеряет. Потеряет власть, деньги, имущество, положение за свои измены. Дальше. Кто загадал цифру номер два? Да. А какое наказание придет ему? Месть ему придет. Месть. Объявление, я не знаю, некой скрытой войны. От кого-либо там, да, кто-то будет мстить ему, кто-то будет делать какие-то подлости ему. Ему придется быть постоянно на чеку, враждовать, отбиваться, так скажем. Вот такая месть будет у него. Какое еще будет наказание его за его измены? Да, ему будет мстить женщина, может быть, та же ведьма. Ну, в том смысле, что имея, да, вот такой характер. Сильной, мощной женщины, которая... Может быть, он у нее в подчиненных, например, да, и она будет им руководить, она будет с ним делать все, что он только захочет. Ему придет месть от этой некой женщины. Кстати, может быть, этой женщиной являетесь вы. Если вы меня сейчас смотрите, это может быть женщина и вы. Если вы дама жезлов, это лев, овен и стрелец. Женщина очень красивая, ярко амбициозная, карьеристка. Месть может прийти и от вас. А любая месть, здесь не обязательно. Если вы сейчас мне скажете, Ян, да он вообще в другом городе, я его уже 100 лет не видела. Да неважно, вы же о нем думаете. И думаете о нем плохо, правильно? А у нас мысли что? Материальные, я всегда об этом говорю. Поэтому всегда нужно контролировать все, что ты говоришь, все, что ты делаешь. Потому что это все материализуется в нашем мире. Поэтому здесь месть придет от этой женщины. Если вы такой женщиной не являетесь, да, то, что я сейчас перечислила,
то, скорее всего, ему придет месть от такой женщины. Так, наказание ему за измены. Да, башня кризис. Башня кризис. Он расстанется с этой женщиной. Может быть, он от вас ушел к этой женщине. И он с ней там уже лет 100 живет, например, да? Ему придет наказание, что там ничего интересного и хорошего уже не будет. Но не будет, потому что все, что ты сделал, ты заслужил свое. Ну, вот так. Дальше. Тем более, что наказание башня, видите, нехорошая карта выпала, так что наказание придет. Кто загадал цифру номер 3? Здесь какое будет наказание за измены? Наказание за измены. Но здесь тройка мечей. Здесь разбитое сердце. Здесь сердечные у него проблемы. Может быть, ему в любви дальше вести не будет. Может быть, у него с сердцем будут проблемы в прямом смысле этого слова, да? Также здесь и какие-то новости, что-то неприятности на работе. Да, он закрытый. Он будет вот такой вот закрытый. Его судьба вот так вот свяжет, что он больше никому никогда изменять уже не будет. Просто. Она его, знаете, ну вот эти ограничения, да, по восьмерке мечей, это все равно, что как тюрьма для тебя. Вот как тюрьма, тебя все, тебя лишили жизни, неизвестно на сколько лет, и ты ничего поделать не можешь. И здесь то же самое, тебя закрыли, судьба тебя, знаете, как в кокон тебя вот так закрыла, связала тебя, и ты ничего поделать больше не можешь. Все, вот это будет наказание его. Еще знаете, какое может быть наказание? Что у него не будут дети, что у него не будут дети. Или, может быть, женщина от него будет делать аборты, потому что здесь идет убийство детей, да, здесь потери детей. Аборты, выкидыши. Такое тоже может быть, не 100%. Тема сейчас не об этом, да? Но здесь падает, я просто читаю свои карты. Хорошо, дальше. Кто загадал цифру номер 4? Какой здесь придет наказание мужчины за измену? За измену. Но здесь магия будет. Здесь будет магия на то, чтобы человек всегда был на каком-то низшем уровне, чтобы он всегда от кого-то зависел, чтобы он был всегда в подчинении, чтобы он не смог подняться вверх до высот, стать начальником, генеральным директором или еще открыть что-то свою, обучиться чему-то, да, научиться, навыки какие-то, чтобы он никогда ничего, чтобы он вообще не смог подняться. И здесь рулит магия, здесь и есть присутствие магии. Здесь магию тоже делает женщина. Она мстит ему. Мстит ему. И здесь такая, знаете, месть. Вот говорят же, месть подается, да, в холодном виде. Вот здесь месть подается в холодном виде. Дальше. Какая будет месть здесь, да? Наказание, вернее. Какое будет наказание за его измены? Цифра номер 5. Наказание. Наказание за его измены. Ха-ха. Какое может быть наказание? Ну, вы знаете, я вот тут вот большого наказания-то и не вижу. Возможно, мужчина поменяет место жительства, уедет в другую страну. Что-то в его жизни конкретно поменяется. А, хотя смотрите, здесь может быть, знаете, какой местью? Что мужчина уйдет от своей женщины. Он уйдет от нее, на чужом несчастье свое счастье не построишь. Это вот здесь вот. Он может уйти. Если у него есть дети от этой женщины, и он и детей не увидит, понимаете, судьба его так будет наказывать. Эта женщина, может быть, его тоже будет наказывать, с которой он живет. Потому что, ну вот здесь уход идет. Уход от семьи, уход от детей. Его судьба так накажет. Он не будет счастлив здесь. Не будет счастлив здесь. С чужой женщиной, в чужой семье, так скажем, да. Здесь будет судьба его бить, что он уйдет. Уйдет. Или женщина его выгонит, или он сам постарается уйти вообще, да, но придет к этому, что нужно уходить. И вот здесь уйдет он. Дальше. Как здесь судьба накажет за измены? Как здесь судьба накажет за измены? Ну, здесь вообще. А то, что у женщины, вот у этой женщины, вот кому он ушел, здесь, скорее всего, есть еще один мужчина. И он будет сражаться, он будет биться, он будет ревновать, он будет ее добиваться.
Как она его, да, как судьба его накажет за измены. Ну, здесь типичный бабник. Вот здесь типичный бабник. Он от одной уходит, к другой идет, от второй уходит, к третьей идет, а третий уходит, четвертый идет. То здесь все гуляет. Вот здесь он гуляет по кругу. От одной ушел, другой пришел, от одной ушел. Вот такая вот здесь ситуация. Он ни с одной не может нормально построить отношения. И ни с одной не построить. Знаете почему? Потому что он сам не знает, что он хочет вообще. Он сам не знает. У него даже, знаете, нету какого-то идеала женщины в голове. Он просто гуляет по женщинам. Просто. Потому что, ну, это такой тип мужчины. Это надо понимать. Просто такой тип мужчины. Он не потому что гуляет, ищет для себя идеал. У него в голове этого идеала даже нету. Он даже не знает, что он хочет. Просто одна понравилась, пошел к одной. Вторая понравилась, пошел к второй. Там третья к третьей. И вот так вот он ходит и гуляет. И через какое-то время он от всех уходит, он, потому что они, ну, приедаются быстро ему, надоедают они ему. Здесь, может быть, и мужчина молодой лет 20, и мужчина взрослый лет 60, неважно. Но это такой тип мужчины. Вот, ну, я не знаю, вот характер просто такой вот. Что-то он ищет себе по жизни постоянно. Приключения, понимаете, на свою пятую точку, наверное. Так, что он получит, да? Какое наказание от этих своих измен? Ну, карта дьявола. Здесь он попадется на одну женщину, которая одна женщина ему очень хорошо сделает такую магию черную. И никуда он потом не денется. Потому что здесь карта дьявола. Этот сам мужчина дьявол тоже. И здесь и магия тоже рулит. Мужчина гулял, гуляет и будет гулять. Я вам говорю 100%. Вот хотите, мне верьте. Вы можете поставить дизлайк и отписаться. Но я вам говорю, как есть. Это мои карты, я их так читаю. Здесь мужчина гулял, гуляет и будет гулять. Потому что это такой тип мужчины. Это сам дьявол. Мало того, что он любит гулять, он еще любит выпить, покурить, подебоширить. Да, и вот это ему все нравится. Это очень неспокойная личность, неоднозначная. Но слава богу, что таких мужчин все-таки в природе мало. Слава богу. Вот типично таких, знаете, с дьявольской энергией где-то, да? Хорошо, что таких мужчин мало. Потому что я каждый день на своих приемах рассматриваю всех мужчин абсолютно досконально. Вот таких мало, слава богу. Кстати, этот мужчина без секса жить не может. Не может он жить без секса. Вообще. Ему чем больше женщин, тем лучше. Какое наказание? Ну, здесь типичное наказание – это магия, первое. И второе, что он никогда счастливый в семье жить не будет. Он будет бегать всегда по женщинам. Ну, я не знаю, там одна может быть самая больше 10 лет, там вторая может быть самая больше 5 лет. Понимаете? Но он всегда будет бегать по женщинам. Это и есть наказание? Разве это счастье – бегать по женщинам, извините меня? Нет. Нет. Вот это ему наказание такое. Вот такой был расклад. Я надеюсь, для кого-то это будет полезным и интересным. А кто-то, может быть, скажет, вау, а я не ожидала. Я всегда думала, что он такой идеальный. Да, ему и наказание никогда не придет. А вот наказание придет за измены. Потому что измены – это плохая вещь. Это грех. Да, это грех. Так что я вам всем желаю, девочки мои красавицы, чтобы никогда вам никто в жизни не изменял. И, ну, и наказание никому не приходило, да? Чтобы все были счастливы и здоровы. Всем спасибо. До свидания.